Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии будет, пожалуй, самый ожидаемый продукт нынешнего года. Я вам представляю продукт компании Apple iPad. Итак, мы начнем первое видео. Первое видео, как всегда, посвящено распаковке, или же это называется unboxing-видео по-английски. Итак, начнем. У нас в студии вот такая вот прекрасная коробочка. Со всех сторон логотипы и название iPad. Сзади у нас есть краткая техническая информация. 16 гигабайт. Значит, сам iPad, коннектор с USB, зарядное устройство, ну и так далее, которое мы посмотрим, собственно, через секунду. Скан-коды различные. Итак, поехали. Вот такая прекрасная коробочка. Развернем ее лицевой стороной. Предыстория была довольно интересная. Когда только поехал за Apple iPad, встретился с человеком, который должен был мне передать его. Значит, человек был возраста 15 лет и, наверное, не понимал, что он везет. Судя по тому, что когда я его встретил в метро, он вез два Apple iPad в маленьком прозрачном кулечке. Вот. Видимо, не знал, что он везет, поэтому так вот неаккуратно все это было. Ну ладно, поехали. Значит, открываем. Тут у нас такая довольно герметично закрытая упаковка. Открывается она вот таким вот образом. Итак, та-дам! Коробочку мы откладываем в сторону. На этот раз мне пришлось немножко уже переделать, значит, мое оборудование для съемки этого видео, потому что коробка довольно большая, устройство большое. Вот, а видео хочется снять хорошее и качественное. Итак, как всегда, у нас упаковано все очень хорошо, практично. Значит, достаем сам Apple iPad. Он упакован вот в такую пластиковую упаковку, собственно, как и многие продукты компании Apple. Я ее уже, естественно, раскрыл. Откладываем в сторону. Упаковочку тоже в сторону. Сразу хочу вас предупредить, чтобы мне не говорили, что, мол, почему я экран не протер. Честно говоря, сейчас я вам скажу кое-что. Значит, честно говоря, никак не смог я очистить его. То есть, после того, как попользуешься им, его практически невозможно очистить. Может быть, необходима специальная салфетка, может быть, необходимо специальные, не знаю, средства для очистки этого экрана. Но очистить его, ну, например, специальной вот такой вот тряпочкой, которым обычно чистят экраны сотовых телефонов, его практически невозможно. Ну, либо придется затратить на это где-то, наверное, полчаса. И то, если тереть довольно интенсивно. Итак, значит, у нас в коробке вот такой вот красивый, большой iPad. Так он выглядит снизу. Ну, подробнее я чуть позже вам расскажу. Значит, откладываем его в сторону. Как и всегда, у нас красиво внутри выполнено все. Достаем как бы инструкцию и посмотрим, что там находится. А находится в ней два логотипа Apple. Краткая информация. Что, как, где, куда. Собственно, вряд ли кто ее, конечно, будет читать. И вот такая картонная, пластиковая, вернее, картонная она все-таки. Вот. Где написано, что это клавиша Home, On, Off, Sleep, Wake, Screen Rotation, Lock, Volume, Up, Down. Ну, то есть, основные кнопочки расписаны. Вот, собственно, и все. Как и всегда, не особо много информации. Но, с другой стороны, тем, кто будет покупать Apple iPad, уже будут заранее наизусть знать все характеристики и прочее этого устройства. Внутри находится кабель для синхронизации с iTunes.
стандартный USB и, собственно, в iPad. Далее, зарядное устройство. Вот такое вот. Отсюда высовываются коннекторы. Здесь все это рассоединяется. Вот таким вот образом. Здесь USB-шный вход. Вот так вот. Вилку вставляем в розетку. Второй конец вставляем в iPad. Вот, собственно, и все, что находится в комплекте. Дальше пустая коробка. Очень хорошо закрепленная. Пока я нес, ничто не шуршало и не тряслось. Вот, собственно, что касается поставки американского Apple iPad 16-гигабайтного.